кружил во дворе. Я стоял у дверей, вдруг влетел воробей. Он продрог на ветру, взял он хлеба из рук. Мне в глаза поглядел и о чем-то запел. Чик-чик-чик-чирик, что это такое? Чик-чик-чик-чирик, что это такое? Загрустил, а когда загрустил, я его отпустил. Он смахнул так легко, он летел высоко, мне в окошко глядел и от радости пел. Я спросил у ветра и от ветряных скал,
жизни туманной. Он сам себе предан, покрыв себя тайной. Движение, покой, торможение, усталость. Зеркальной рекой разливается жалость. Но свет отражения надежды вселяет. Былые смятения собой растворяет. Не высказать слова в бессилии голос. Я в зеркале словно невидимый голос. Если бы знать, куда река течет, как мне понять, чем она живет, зеркало. Светом надежды живет теплота. Стою, улыбаюсь пред зеркалом этим. Его созерцаю, пришел не за этим. Если бы знать, куда река течет, чем она живет, зеркало река, как ты глубока. Идущий за нами вслед, поверх грани нашу боль.
Будем вместе с названием «Память» Сергея Александровича группа «Альфа». Спасибо.
We'll be right back.
привет всем, всем, всем. Сюда идет цунами, сюда идет цунами.
памяти рождены. И пусть этот путь с нами трудно начат, будем до конца ему верны, будем до конца ему верны, будем до конца ему верны. Добрый вечер, друзья! Сегодня мы выполняем многочисленные заявки нашей молодежной аудитории и приглашаем любителей современной музыки на встречу с молодым певцом-композитором Сергеем Сарычевым и его друзьями, музыкантами группы «Альфа». Итак, знакомьтесь. Сергей Кудишин – гитарист. Александр Рыбкин – бас-гитара. Сергей Черняков – ударный. И Сергей Сарычев – солист клавишный. Музыканты готовы. Съемочная группа тоже. Итак, начинаем. Спасибо. Как снова
Отличный прием, который заслуживает Сергей Сарычев.